горжусь нашим отрядом «Сибирь», где в том числе воюют и казаки нашего войска. Горжусь его командиром этого отряда, позывной «Кан», который является тоже нашим казаком, который проявили героизм, стойкость, не дали противнику прорваться. И кроме того, что не дали противнику прорваться, еще его отодвинули и заняли их позиции. Наше войсковое казачье общество или представители нашего общества также участвуют в самой специальной военной операции и участвуют не только в казачьих отрядах. Есть и мобилизованные у нас, а есть те, которые ушли на службу по контракту и продолжают служить Родине. Ну, другой важный аспект – это гуманитарная помощь, это как мирному населению. У нас даже, вот, допустим, Красноярск является там побратимом города Свердловска Луганской Народной Республики. И, соответственно, как с органами власти, так и мы самостоятельно туда отправляем грузы. Ну и пытаюсь в первую очередь не забывать наших казаков, которые находятся там на боевых порядках.